добро будет. Розвернулась. Привет. Дивись-ка. Все, заховала, щоб не нарізли. Все. Цип-цип-цип-цип-цип. Хе-хе-хе. Вона така смішна, смішна. Шо, не круга, а така виду подобна. Не-не-не. Вони як вона за дітьми. Раз, два, три, чотири, всі на місці. Що? Отакі малята в 8 днів. Тивенька. Пересчитує. Все? Всі на базі. Клас. Пересчитає і все. Все спокійно. Дитя, яка у кожного рила, я ж тобі кажу, де. І бачиш, так саме брали, бачиш, саме пізяти. Це має створити великі. Справляється? Да. Все, кормиться. Не. Зараз на льо. Все зараз нагодоване. Який процес? Ще не пока. А, пішли. Отсюда ще вам довідно. Манзулять. Виростете, і ми вам потім покажемо це відео. Якби міг колоть. Дивіться, одна цапана, дивіться, нижня. Подивіться, яке забилося, і мого папа стоїть. Хайфує, очі закрили. Я її сюди закрию, тут кристає. Оцей? Ну. Всім привіт, у нас розпаковка керамічної панелі. Не скрывал. Они заклеивали? Техпаспорт. Посмотрим, почитаем. Керамическая панель Африка. Меняем вот этот наш камин на вот такой. Что там написано? А, так это X900. Блин, это не тот. Так, начинается новая распаковка. Добыл фальстарт. Перепутали батарею. Та идет, та пойдет, вернее, в дом родителей. Она немного мощнее. Мы себе взяли на 750 ватт. Посмотрим на эту махину. Тут все то же самое. Термолегулятор Африка. Вот так крепление на стену. Нам не надо. Не мусори. Аккуратно. Вот такая панель. Длинная и тонкая. Та-дам! Та-дара-там-дарам! Все? Это такая штука? Да. Плазменный телевизор. Вот такая гладенькая керамика. Что она будет греть, мы вам расскажем попозже. Сейчас сразу на ноги туда ставить. Ее сейчас нельзя включать с холода. Включать нет, но ноги надо поставить.
ноги, ножки. Вот такие вот ножки. Да, но они в комплекте не идут. Да, мы покупали отдельно. В комплекте только крепление на стенку. Вот так. Она особо ничего не даст, но хуже не будет. Скажи сразу, чтобы никто не критиковал и не смеялся. Что сказать? Так сам... и говори, не смейтесь. Понятно, что этим никто на стены в хате штукатурятся. А це стало. Сейчас разровняем, делаем возле себя дорогу. Весной почистим. Вот склея будет больше толк. Он стал уже пасочкой. Это старое, все старое. А что ты там дышишь? Тут тоже. Я не сыла тату руку туда. Нет, ты сейчас разбытисец. Склеем, перемешаем. Все равно лопата нужна. Неси лопату. Бачите, можна зробити дорогу, як це ставався раствор заливали, то вилив, який бетон став. Вот тут раствор залили. Вот. Вот это дорога, асфальт. А это так раскатается. Дождь машиной проедет. Что ты тут снимаешь? Я все показываю, чем мы тут занимаемся. Фу, ну что, вонючий какие-то. Вот так мы. А, усик. Делали. Вот так вот. А, ты что-то. Все жде свого часу. Ви знаєте, що це реально другий рік гарно сила, треба оці обрізати. Да. Є в тебе сікати? Воно буде і так цвісти, воно там цвіте. Сложили в сарай сладкі тикви. Позабирали, спрятали. Сьогодні вже должно бути 3 градуса тепла всего лишь, но у нас в яру, скорее всего, будут уже заморозки. Вот столько тыкв мы себе оставили, сладеньких. Так, и сегодня будем заниматься перепелами, потому что уже прохладно. Уже будем что-то с ними делать, сейчас массово. Морква пробуємо. Да, мама неугомонная пошла собирать свеклу. Говорим ей, давай подождем, все равно дожди прекратятся. Она ни в какую. Приехали, надо поработать. Дубль номер 2. Сегодня вторая партия. Гуси еще там. Мы вот уже подготовились. Ведра, тазики. Пробуем ускоряться. Набиваем руку. Еще их много. Что давать? Тазик. Тут вот. Так, кто нас спрашивал, пальчики можно докупить отдельно, кстати. Ну, это специальные такие большие, огромные для гуся.
большой птицы. Да, Игорь? Тут мощнее стоит двигатель. Пальцы черные, но есть еще белые. То для деликатной ощипки, то курей. Да-да-да. Ну что, начнем, а вам потом покажем результат. Мы сегодня взяли план 5 штук. Получилось 5 тушек. 2 последних уже лучше. Все лучше, больше и больше. Красивее получается у нас. Но еще эффект не тот. Вот такая вот, видите, получилась тушечка. Держали мы минут 7 в температуре 80 градусов. Переворачивали со стороны на сторону и потом на секунд 40 бросали в пересъемную машину. Дальше доскубывали, потому что все равно остаются перья. Потом обсмаливаем. Мажор помогает нам. Тут вон сохнет уже машина. Промыли ее. Это все вот такие отходы. Гуси убежали сразу же. Испугались опять. Снова будем за ними бегать. Вот такие у нас дела. Что-то я устала. А еще только обед. Робить долго, ты кажешь, да? Угу. Немножко передохнули, и у нас следующий этап — разделка. Гуси, кстати, стали такие желтенькие за 2 недели. Потом обязательно их взвесим. Разделываем и в морозилочку. Так чи целиком? Хватит так. Уже, то есть, знаете, есть такое блюдо, то фаршированное шиё, там снимаешь шкурочку и фаршируешь мясо. Да-да-да. Сегодня солнышко, но все мокрое. После дождей.